Цены на зерновые в Алтайском крае за последний месяц в среднем выросли на 13%. В причинах разбираются корреспонденты «Комсомольской правды» на Алтае. Одна из них в том, что ранее гречка резко упала в цене. Еще в апреле тонна стоила чуть более 6 тысяч рублей. Сейчас цена нормализуется, и за последний месяц по некоторым культурам она поднялась на 15%. Судьба ТРЦ «Арена» в Барнауле остается под вопросом. Накануне суд индустриального района перенес заседание по снятию обеспечительных мер с торгового центра на сегодня. Об этом сообщает Политсибру. Напомним, «Арену» закрыли 5 мая из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Но между тем на днях открылся торговый центр «Район». В простое он пребывал почти полтора месяца. Закрытыми в Барнауле все еще остаются «Праздничный» и «Россия». Легкие курильщиков проверят в Барнауле. Пункты здоровья, где можно оценить степень влияния никотиновой зависимости на организм, будут работать 30 и 31 мая. Об этом пишет АИФ «Алтай». Завтра в краевой столице будет курсировать трамвай «Время быть здоровым», а 31 мая, в день борьбы с курением, на улице Молотобольской желающие смогут пройти медицинское обследование. Евгения Доровская, «Наши новости».